Итак, здравствуйте. В этом ролике покажу вам, что происходит на стройке жилого комплекса «Легенда» в Рязани, район Канищево. Это, кто помнит, вместо бывшего большого такого рынка в Канищево, застройщики «Единства» строят этот новый жилой комплекс. Сегодня появилась возможность зайти на территорию и самим посмотреть, что там происходит, в какой стадии, потому что люди работают активно, уже в строительстве достаточно за это полтора месяца продвинулись. Старт продаж уже, скажем, стартанул с ожиданиями превышающими, чем запланировано. Квартир забронировано или покупается сейчас много. В основном, конечно, покупается жителями, которые живут вокруг, кто полюбил этот район, кто хочет в районе в этом остаться. У кого-то живут тут мамы, с некоторыми клиентами общаешься, то есть, а хочется жить в новой квартире, допустим, с детьми, и чтобы родители были рядом, за детьми присматривать. Кому-то хочется присматривать за своими родителями, вот здесь также находящихся рядом. Купить здесь квартиру, дом современный, новый. Сейчас зайдем на территорию и посмотрим, что там происходит. Я вам расскажу. Сейчас пока с этой стороны вам покажу. Ну, просто для тех, кто не знает, где он расположен, вот этот жилой комплекс, где он находится. И кто не смотрел предыдущее видео. Вот это у нас как бы Канищево вместо бывшего рынка. Вот это улица Интернациональная. Туда она идет в сторону ОКБ, Семчина. И вот по этой улице, соответственно, выезжаем в центр города. На Северную окружную, в центр или вправо, там, в Приокский, Московский. То есть вот, вот место расположения. Кругом дома, панельки. Там те дома, которые в той стороне строил тоже застройщик «Единства». За этим домом, с той стороны, там находится, ну, как бы, как он называет-то, ну, деревня, наверное, Канищево. Небольшие одноэтажные, двухэтажные домики. И через него, если проходить, вот кто-то выбирает квартиру с видом вот на ту сторону, высокие этажи, чтобы было видно Аку. Честно говоря, я не залезал туда. Ну, судя отсюда, я не могу посмотреть, можем там Аку увидеть, нельзя. Но вот кто-то, кто живет в тех домах, видит, что говорят, что там видно саму Аку в ту сторону. Так, вот посмотрите, мы сейчас внутри самой стройки. Слева, получается, у нас слева направо, вот перед нами первый подъезд. Кто купил квартиру вот в первом подъезде, во втором, то есть, смотрите, у вас уже, в принципе, готовность к подъезду вашего высокого, высокая. Застройщик вышел уже, в принципе, по первому подъезду, практически по второму, на первый этаж. Вот внизу вот это подвальное помещение какие-то внизу, и тут как раз подземная парковка. Там, соответственно, есть кладовки. Кто смотрит по планировкам, спрашивайте, уточняйте, потому что кладовки и парковочные места уже можно покупать. Вот такая вот стадия строительства. Я считаю, что очень высокая. За какой-то там небольшой промежуток времени, в принципе, вот уже скоро сейчас будет идти заливка. Вот эти опалубки уже стоят, уже первого этажа. То есть, ну и, соответственно, вы видите, что тут народ кишит. Стройка идет полным ходом. Впереди у нас предпраздничные, вот сейчас несколько дней остались. За это время будет сделано достаточно много. Так, ну вот, в принципе, наверное, что хотелось вам показать. Стройка идет полным ходом. Квартиры в наличии, конечно же, есть. Но многое, что уже куплено. Многих квартир, многих планировок достаточно интересных практически не осталось. Самые интересные квартиры уже надо будет искать. А так, если вы ищете, ну, недорогие, простые двушки, однушки, можно купить и трешки, которые 90 метров, как бы есть уже, но на высоких этажах. Так что вот сама территория. Территория вот этого вот двора. Так, что тут будет еще? Это первый подъезд. Вот это все пространство между первым и пятым подъездом будет, соответственно, большое торговое помещение. На крыше будет детская площадка где-то до уровня третьего этажа. И жители жилого комплекса «Легенда» будут выходить на детскую площадку, спускаясь на лифтах, скажем так, на третий этаж выходя. И сразу выходим на крышу детской площадки. То есть, как таковой будет являться двор вот этого жилого комплекса «Легенда». Но считаю, что для Канищева, вообще для этого района, один из таких интересных перспективных жилых комплексов комфорт-класса. Потолок 2,75, по-моему, 2,7 точно.
индивидуальное отопление. То есть вот все, что было интересно и современное, в этом комплексе будет реализовано. Так, все, идем дальше. Порассказываю вам, что еще тут происходит. Так, ну, подытожим. Жилой комплекс «Легенда». Застройщик группы компании «Единство», «Рязань». Новостройка в районе у нас в Конищево. Квартиры с индивидуальным отоплением от застройщика можно купить в рассрочку и по ипотеке. Вот варианты рассрочек немножко вам расскажу. Очень они интересны. Не все сразу про них знают, когда вот задают вопрос. Вроде знают, а вроде нет. Ну, смотрите. Если вы вносите 50% от стоимости квартиры первым взносом, у вас идет рассрочка на 6 месяцев с фиксацией цены. Нет никакого ежемесячного платежа. Вот в течение фиксации цены вы вот главное, что должны расплатиться. Можете в конце этого полугодия внести все деньги. Или частично, или вносить частично, а в конце этого полугодия закрыть недостающую сумму там через ипотеку. Также есть вариант, когда вы платите 70% и получаете рассрочку на остаток на 1 год с фиксацией цены. Очень удобно. Пользуются все в основном вот этим вариантом при 70% первом взносе. Так, ну, нужна будет информация подробная по планировкам, видам из окна, или достаточно, может быть, вам хочется сюда прийти на месте. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тюлков Сергей Валерьевич. Сходим, посмотрим. Важно посмотреть и понять, куда будут смотреть окна. Что вам интересно? Хочется смотреть на открытую площадку. Вот, допустим, этот ориентир стоит. Церковь какая-то. Хочется смотреть на деревню, там, на Аку, в ту сторону. Или вот хочется сюда. Все это мы с вами обсудим, посмотрим. И подберем вам нужный вариант оплаты. Также по ипотеке можем помочь. В офисе сидят девчонки от банков Рязани, которые аккредитовывают этот объект. Так что будет вам полная консультация и полное сопровождение. Цена застройщика важная, денежку мне платить не нужно. Цена при этом сохраняется. Акции, скидки от строительной компании вам все предложу. И все, до свидания.